всех нарушителей в честь Нового года мы не штрафуем, а заставляем рассказать нам о правилах поведения на железной дороге и рассказать новогоднее стихотворение. На платформе чтения стихов и хороводы, в электричках, конкурсы и подарки от людей в погонах. В Химках все новогодние праздники проходила акция «Полицейский Дед Мороз». Ее цель – напомнить детям о правилах безопасного поведения на железной дороге. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дарили подарки, а также проверяли знания правил безопасности. Да, задаем детям загадки о правилах поведения, и за правильный ответ они получают сладкий подарок и книжечку о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта. Беседовали с детьми на платформах, в электричках и около железнодорожных путей. Под веселую музыку дарили новогоднее настроение. Это вам книжечки о правилах специальные. Как себя нужно вести на железной дороге, чтобы было безопасно и все хорошо. Держи, тебе и тебе. Не обошли вниманием и родители. Правоохранители напомнили о необходимости переходить пути в нужном месте. Очень не хотелось бы, чтобы своим поведением вы подавали негативный пример. Очень негативный пример. Потому что, к сожалению, я с вами полностью согласна. Полицейский Дед Мороз стартовал 20 декабря и проходил все новогодние праздники. В электричках успели провести 3 таких рейда. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.